окна, папа, чтобы в свечи не упал телефон. А то... Так, я тоже цветочки возьму. С днем рождения! Мои радости большие! Боже мой, спасибо! Загадывай желание и задавай свечи! А может, мы сначала расскажем? Нет, сейчас загадаю. Чтобы вы вслух, чтобы вы долго жили и счастливо в рае благополучии под мирным небом. Главное хорошо. Желание, чтобы воцарился мир на земле. Правильно, дети? Ну, тогда... Ура! Вот, мамочка, спасибо, это тебе. А теперь можно ли маму рассказать стихотворение? Конечно. Хочу я, чтобы жила ты без печали. На свете очень много долгих лет. Чтобы мы твои светлее и ярче стали. Чтобы не встречалось больше бед. Мамуля, я с любовью поздравляю. Сегодня с днем рождения тебя. Твой сын, и счастье я тебе желаю. За все, что есть, благодарю тебя. Неужели сын мой? Алёша, мой сыночек. Вот еще мамусенька. Я тебе подарочек приготовила. Ой, спасибо, молодцы. Ну, все, это мы стоим. А я еще... Давай. Смотри, мам. Цветочек по-своему хорош. Два одинаковых вряд ли найдешь. Лилия, роза, нарцисса, тюльпан. В каждом своя красота и свой шарм. Тоже о девочках можно сказать. Можно принцессой любую назвать. Неповторимость есть и в тебе. Такую, как ты, не найдешь на земле. Мам, звездочки ясные, это глаза. Солнечный лучик, улыбка твоя. Глаз от тебя не могу оторвать. Счастья большого хочу пожелать. И все. Еще, стой, мама, минутку надо. Чего? Ура! Сколько шариков! Ой, прелесть моя. А вот эту обложечку посмотри. А обложечка замечала. Смотри, мам, ну у меня здесь открылся один, но нет, ничего. А ты не говори, я бы не знала. Смотри, мам, ты берешь за шарики, а потом читаешь «Бабочка, добрый день». А у меня еще есть папочка сюрприз. Да. Какой еще сюрприз? Ну, вечером попозже. Это вечером, когда гость придет. Спасибо вам. И вот тебе цветы. Да. Вот это мои любимые цветы. Да, и вот от меня тоже. А тебе вместе, все вместе. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. Ура! 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 А кормить мамочку будут? А там следующие есть поздравляющие. Переходим в другой зал. Вот раз в год на день рождения Аллы Оксана ей печет вредные пирожки вкусные. Пирожки из моего детства. Да, жирненькие такие, вкусненькие. И с утра без краски я сейчас буду их лопать. Правильно. Обычно там их с краской. Я про себя говорю.